Добрый день, коллеги. Меня зовут Перфилева Татьяна Игоревна, я тренер-косметолог компании Гельтек. Рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Давайте немножечко подождем, когда к нам присоединятся другие наши коллеги. Я думаю, что минуту-две хватит. И начнем нашу тему. Пока мы ждем других участников, подскажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно? И если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Если есть какие-то технические вопросы, то поставьте минус. Вижу, да. Спасибо, Галина, Ольга, что ответили, что все хорошо. Если в процессе будут какие-то, ну, технические неполадки, давайте, пожалуйста, знать мне об этом. Еще минуту подождем и начнем уже разбирать нашу тему. Сразу хочу извиниться, у нас предполагалось, что будет данный вебинар с демонстрацией, но возникли некие технические накладки, неполадки, и мы решили демонстрацию сделать в другой раз. Возможно, это будет в следующем месяце или через несколько месяцев, мы пока не знаем, но обязательно ее проведем, эту тему, демонстрацию процедуры. А пока у нас сегодня будет теоретический вебинар без демонстрации на модели. И давайте познакомимся. Я уже представилась, и хотелось бы узнать о вас, кто вы, косметологи вы, массажисты, либо просто вы пользователи нашей косметики и пришли что-то узнать для себя, что-то интересное по уходу, по актуальной для вас проблеме. Буду вам благодарна, чтобы я понимала, на что сегодня сделать акцент. Какие будут нюансы актуальны и интересны? Я смотрю, к нам уже присоединяются. Добрый день, Наталья. Я сегодня планирую и осуществлю эту идею, поговорю о применении препаратов с миорелаксирующим действием в профессиональном уходе в кабинете косметолога и, соответственно, конечно, как правильно применять препараты миорелаксанты в домашнем уходе, какие есть нюансы в применении, какие есть правила, эффективные сочетания. Так, ну вы пока не пишете «косметолог», вы не косметолог, чтобы я сориентировалась. Если вы косметолог, напишите, что вы косметолог. Если вы не косметолог и не профессионально занимаетесь красотой лица или тела, просто напишите, что вы слушатель, потребитель для себя. Мне так будет проще сориентироваться. Так, Ольга, спасибо. Вижу, коллеги. Думаю, тогда вам будет очень актуально именно профессиональное применение, в том числе, как вы грамотно сможете выстроить процедуру. И давайте тогда поговорим, приступим к разбору теоретической части. Есть такой нюанс, что у нас сейчас есть определенные тенденции в развитии эстетической медицины и косметологии. И одной из этих тенденций у нас является уменьшение агрессивности воздействия. В сочетании к стремлению, которое очень похвально и очень актуально, мы как профессионалы стремимся к достижению максимального результата путем минимальной травматизации тканей. Все больше врачей-косметологов, эстетистов ищут пути к тому, чтобы уменьшить неприятные ощущения во время процедуры и избежать такого периода, который можно назвать как десоциализация, когда у нас идет период ремиссии.
в восстановительном периоде. И мы хотим минимизировать, безусловно, риск осложнений. Это все очень актуально не только для нас, как для профессионалов, но и для наших пациентов, для наших клиентов. Данное происходит не только потому, что мы стремимся соблюдать принцип «не навреди». И такой еще принцип, что лечение не должно быть тяжелее заболевания. Это очень, конечно, важно. Но происходит это в первую очередь еще скорее, потому что у нас изменился ритм жизни у наших пациентов. Они не могут позволить себе зачастую взять отгул или несколько выходных, отпуск для того, чтобы пройти период реабилитации. Они, ну, у них есть у всех социальные какие-то обязательства, связанные перед работодателями или посторонними людьми. Все это, конечно, сказывается. Конечно, такой ритм жизни является очень стрессорным. Но это ставит перед нами такую задачу, как необходимость выбора метода коррекции. И мы уже выбираем рациональный подход и взвешиваем все «за» и «против». Это является таким позитивным ограничителем для нас, как для профессионалов. Взвесить все риски и выбрать наиболее эффективную процедуру. Безусловно, у нас есть сейчас свои фавориты, и заслуженный интерес у нас вызывает комплексные методики коррекции эстетических дефектов. Одним из, ну, из ярких таких примеров – это атравматическая коррекция мимических морщин. Когда мы в рамках одной процедуры можем сразу несколько эстетических дефектов скорректировать. Продуманная комплексная методика может оказаться идеальным решением не только для пациента, но и для нас, как для специалистов, потому что это будет повышать уровень доверия к нам как профессионалам, это будет повышать уровень, сейчас сбилась немножко в смысле, это будет как раз повышать уровень удовлетворенности пациента, потому что ему понадобится тратить гораздо меньше времени и, соответственно, опосредованно меньше финансовых затрат будет у пациента. Безусловно, это у него вызывает положительные эмоции. И видно, когда мы видим результат быстро, достаточно, и это не сопровождается какими-то болевыми или негативными эмоциями, это все от, ну, на уровень удовлетворенности жизнью и уровень удовлетворенности нашими услугами достаточно высокий уровень получается. Что еще хочу сказать, что сейчас у нас, ну, мы можем так сказать, что в нашу жизнь вошли новые технологии в разработке ингредиентов. Появляются новые продукты, новые ингредиенты. И мы можем говорить о новом этапе, таком более технологическом, биотехнологическом этапе в развитии эстетической косметологии. Ингредиенты, которые получены с учетом современных технологий, имеют ряд отличий от классических традиционных ингредиентов, которые в своей основе имеют растительное сырье, растительное происхождение, есть синтетическое, есть определенные нюансы. И наиболее интересен такой ингредиент, как пептиды, которые получены путем биосинтеза. Они открывают перед нами ряд возможностей, достаточно интересных. Чем же они интересны? У них достаточно высокий уровень эффективности при условии того, что срок их использования, ну, можно назвать условно ограничен. Это все весьма условно, дальше подробнее про это поговорим. Обладают низкой степенью аллергенности.
Ну и есть еще ряд у них достоинств. Вот инвазивная миорелаксация локальная, о которой я сегодня буду говорить, как раз и возможна благодаря наличию таких ингредиентов, как синтетические пептиды. Они обеспечивают очень эффективное прерывание нейромышечной передачи. Действие очень близко к действию природного ботулотоксина. Про особенности синтетических пептидов сейчас вернусь. У них небольшой размер молекулы. Это им позволяет достаточно быстро и эффективно проникать в эпидермис и работать, вступать в реакции и подавать достаточно быстрые эффекты. На фоне форетических процедур да, ну, их доступность будет еще выше. Любые форетические процедуры повышают биодоступность ингредиентов. Как я уже говорила, пептиды у нас гипоаллергенные. То есть мы не можем бояться реакции гиперчувствительности пациентов. У них есть выраженность к дозозависимости. То есть чем чаще мы применяем пептиды, чем регулярнее, тем больше у нас депонируются данные ингредиенты, и более эффективно будет у нас ответ организма. Данные препараты, синтетические пептиды, они не вызывают привыкания. Это служит их несомненным достоинством, в отличие от природного инъекционного ботулотоксина. Также мы, применяя пептиды, в частности миорелаксанты, можем говорить, наверное, это будет не, ну, может быть смело, но все равно мы можем говорить о том, что мы можем прогнозировать визуальный результат, плюс-минус, конечно, мы можем это прогнозировать. И мы меньше гораздо уделяем времени особенностям пациента, их индивидуальной чувствительности и особенностям квалификации специалиста, который проводит данную процедуру. К квалификации специалиста будет гораздо меньше требований. Также замечу, что мы чуть-чуть позже, но мы с вами поговорим о такой характеристике. Вот есть такое понятие «коридор характеристик» для обеспечения пенетрации в ткани. Когда я буду разбирать процедуру и поговорить про особенности пептидов, я упомяну это чуть позже. Если у вас будут в процессе вопросы, печатайте их, пишите. Я постараюсь на них ответить. Может быть, не сразу, а ближе к концу уже нашего вебинара. И сейчас я хочу поговорить о такой относительной градации пациента. Кто же идеальный пациент у нас для неинвазивной коррекции эстетических дефектов или для комплексной процедуры? Вы часто, наверное, как практикующие косметологи, но даже просто наши потребители встречают такую условную возрастную шкалу. Это 20-25 лет, после которой считается, что организм начинает стареть, просто визуальные признаки уже еще не видны. Это 30-35 лет, следующий такой этап у нас, и 40-45 плюс. Мы можем разделить условно весьма на такие три группы. И если мы говорим о пациентах до 25 лет, все-таки достаточно редко они обращаются за такой коррекцией, как миорелаксация. Чаще их обращение связано с состоянием кожи. Это могут быть какие-то подсыпания, это могут быть пигментация, следы постакне, либо это связанные состояния с неправильным, некорректным уходом или как осложнением каких-либо процедур. Ну, допустим, это может быть реакция гиперчувствительности, может быть реакция обезвоживания состояния кожи.
То есть это всевозможные реакции, которые связаны вот именно с состоянием наших барьерных функций. Но, однако, есть часть достаточно молодых людей, которые мы уже можем, у которых мы можем наблюдать повышенную мимику. У них есть тенденция к мимической активности, к гипертонусу мышц. Зачастую, в первую очередь, это как раз лобно-затылочная мышца. И мы можем видеть часто, что у них уже достаточно глубокие морщины в зоне лба. Мы данным пациентам можем рекомендовать профилактику. Конечно, если мы говорим об инъекционных методиках, то там есть показания не младше 18+. Но зачастую у молодых пациентов мы можем обойтись профилактическими историями, такими как назначение препаратов миорелаксантом топических и массаж. Массаж с эффектом локальным, где мы можем работать с гипертонусом мышц, переводить их ближе к состоянию норматонуса. Пока все понятно, да? Вопросов пока нет. Когда мы говорим про следующий этап, к нам часто будут обращаться тогда девушки, ну, наверное, может быть, не всегда 30, 28, 29, 31 и тому подобное. Но в среднем мы говорим о коридоре там, ну, 30-35 лет. И тут мы уже говорим о комплексной коррекции начальных возрастных изменений. Мы их можем видеть визуально. У кого-то это будет больше выражено, у кого-то меньше выражено. В первую очередь, конечно, нас будут привлекать результаты, если можем так сказать, ОФ-повреждения кожи. Когда у нас идет повышенная инсоляция, чаще это видно, наверное, в регионах, которые более южные, где больше солнечных дней, или люди чаще пребывают на солнце, или длительно. О чем мы можем говорить? О каких процессах? Это может быть сухость, тусклость кожных покровов. Это может быть реакция гиперчувствительности. Одной из более наглядных характеристик – это будут дисхромии, нарушения пигментации кожи. Также у нас будут присутствовать, возможно, телеангиоэктазии. Но это все-таки реже, а чаще мы можем видеть проявление купероза или каких-то сосудистых изменений. Допустим, пациенты склонные к сосудистой эритеме, и часто они говорят, что ну, вот немножечко я почесалась, у меня держится краснота. Это может быть приобретенное состояние, не всегда это особенность строения кожи. Так, по-моему, я ничего не забыла про повреждения. Ну, еще, кстати, забыла. Это у нас будет... Секундочку. Сейчас вспомню. Давайте я дальше пойду и скажу. К 35 годам у нас уже будут колебания веса. Скорее всего, большинство пациентов, у них уже ну, периодически будут какие-то гормональные изменения. Ну, допустим, у пациентки там была одна или две беременности, в ходе которой у нас меняется гормональный фон, и это может приводить к колебаниям, безусловно, веса. Это может быть проявление или усугубление таких реакций, как птоз. Отечность разной степени проявления. Это может быть легкая пастозность, временная, которая у нас связана с гормональными циклами. А может быть, это действительно уже такая стойкая пастозность, стойкая отечность. И не только на лице, но вообще мы видим проявления по всему телу. И у нас, скорее всего, будет усугубление статических морщин. У данных пациентов уже формируется так называемая привычная мимика. И мы зачастую на более взрослых людях видим такое либо недовольное выражение лица. Когда особенно вы, наверное, едете и обращаете внимание в транспорте.
Более молодые пациенты, они зачастую едут в транспорте, смотрят в свои гаджеты, и мы видим вот такое хмурое лицо, и у нас все лицо, лобная мышца, назалис, коругаторы, то есть все межброви, оно собирается в одну точку, и такой у нас получается, ну, Angry Birds, если можно так сказать, это может быть, ну, наверное, более явная картина. И мы смотрим, что у нас прям люди с привычной мимики, такой нахмуренный, напряженный лоб, такое напряженное выражение лица. У тех, у кого у нас будут напряжения в нижней трети лица, мы часто видим вот такое, у нас углы рта идут вниз, это гипертонус, идет дау. Но с этим мы, конечно, ничего не сможем сделать в миорелаксации, такой миорелаксантами, гелями или сыворотками. Это уже мышцы находятся в достаточно глубоких слоях, это уже немножечко не наша зона ответственности, хотя мы там можем немножечко, мы можем поработать и улучшить, поспособствовать улучшению ситуации, допустим, микротоками, либо как раз моделирующими массажами, но которые идут не на повышение тонуса, а которые идут как раз на миорелаксацию. Это как раз будут комплексные массажи. Так, я немножко отвлеклась. По привычную мимику я сказала. И что еще важно как раз в нашей визуальной красоте в этом возрасте? Мы видим уменьшение количества глюкозаминогликанов и структурных белков в дерме. Вот то, что я хотела вам сказать. То есть у нас снижается эластичность с возрастом. Ну, у более молодых пациентов или большее проявление данному явлению как раз дает ОФ-повреждение. Почему? Потому что у нас свободные радикалы способствуют повреждению глубоких слоев дермы, способствуют повреждению фибробластов, и это не может не сказываться на их функции двигательной и на функции синтеза. И когда у нас уменьшается количество глюкозаминогликанов, а это в частности, допустим, наиболее известный представитель – это гиалуроновая кислота, а структурные белки дермы – это у нас коллаген и эластин. Когда они повреждаются, то что мы видим визуально? Мы видим снижение тонуса, эластичности и упругости кожи. Вместо налитого яблочка на лице мы можем получить неналитое яблочко. То есть мы видим, что изменяется, и даже визуально на людях видим, что такое, ну, как уставшее лицо уже не расправляется при пробе у нас так быстро кожа. И замедление обновления эпидермиса. Это в частности может быть как раз либо солярный так называемый гиперкератоз. Это гиперкератоз, который вызван, это вот то, что я даже, кстати, забыла сказать про повреждение, который вызван повышенной инсоляцией. Кожа защищается повышенным роговением от загара, в том числе от солнечных лучей, от ожога. Но у нас и с возрастом появляется гиперкератоз, замедление обновления эпидермиса и неравномерный слой у нас получается. Как раз с этим нам тоже обязательно нужно работать. Почему? Потому что это дает такую нарушению цветность, нарушение светоотражения. Мы получаем тусклый, неравномерный цвет лица, менее здоровый, менее молодой, такое уставшее немножечко впечатление. У пациентов, допустим, с жирной толстой кожей, это может коже придавать такой сероватый оттенок. Что сейчас мы перейдем как раз к актуальной для многих косметологов теме. Как же мы можем помочь пациентам с запросом на миорелаксацию, когда он к нам приходит в кабинет косметолога? Я предлагаю рассмотреть ситуацию, когда мы работаем аппаратом ультрафонофорезом. Феретическая процедура. Сразу хочу заметить, что когда мы говорим об ультрафонофорезе, в частности, то это физиотерапия. И мы вспоминаем правила физиотерапии, что у нее есть показания и есть противопоказания. Даже если это косметический аппарат, мы все с вами должны помнить, что
есть противопоказания к физиотерапии, потому что все косметические аппараты родились и вышли из физиотерапии медицинской. Классика физиотерапии – это курсовое назначение. И когда мы назначаем курс, это не значит, что курс раз в неделю. Ничего подобного. Идеал физиотерапии, допустим, это может быть лечебный массаж, либо это, ну, другие эротические процедуры. Это каждый день там, номером 10. Если помните, вам назначали лечебный массаж. Ну или хотя бы, принимая во внимание условия жизни нашей, через день. Я понимаю, что так не всегда бывает. Бывают графики фиксированного дня. И не всегда получается у пациентов через день. Но мы всегда ориентируем тогда их, что если мы занимаемся комплексной коррекцией какой-то вопроса, то мы должны говорить о курсе. Что касается либо курса массажа лица, либо курса каких-то аппаратных процедур по лицу или телу, потому что многие, конечно, косметологи, эстетисты, медицинские сестры и врачи, они занимаются также и телом. И мы говорим о том, что когда у нас идет зачастую там курсовая аппаратная методика, то мы ориентируем пациента 2-3 раза в неделю для того, чтобы был достаточно устойчивый накапливаемый эффект. И давайте тогда перейдем к процедуре. Напомню, что у нас аппараты, те, которые применяются ультразвука по телу, их нельзя применять по лицу. По лицу есть определенные параметры. А там отдельные манипулы, отдельно по лицу, отдельно по телу. Более подробно вы можете узнать, не знаю, сейчас есть ли в записи на YouTube, должны быть Ирина Викторовна. У нас врач-физиотерапевт, и у нее много роликов по фонофорезу. Она, в частности, подробно разбирает эти методики и дает рекомендации по аппарату и на каких параметрах мы должны, на какими манипулами работать. Потому что если мы возьмем частоту, которая предназначена для тела, мы с большой вероятностью можем повредить данной насадкой глубокие структуры лица, что не может сказаться позитивно на внешности наших пациентов. Вот. И, ну и, соответственно, мы не достигнем необходимого нам визуального и терапевтического эффекта. Так, и классический вариант. Мы процедуру будем начинать с очищения. По препаратам, которые я предлагаю, мы поговорим вот на следующем там слайде, чуть позже. Классический вариант, я сейчас просто скажу общие рекомендации по процедуре. И сразу упомяну, вы видите, просто кто-то смотрит с ноутбука, ему хорошо видно, а кто-то не видит. И я тогда сейчас проговорю, скажу подробнее, такой нюанс. Вот у нас вторым этапом идет классика, тонизация. И третьим этапом под звездочкой идет глубокое очищение. И там написано 1, 1, 5, 10 процедуры. Почему? Потому что этап глубокой эксфолиации, глубокого очищения лица мы не будем делать на каждой процедуре при условии, что у нас условно 3 процедуры в неделю. То есть мы будем первую, пятую, десятую где-то раз там в полторы недели делать, получается. Ну, по нашим примерно расчета. Если мы не делаем этап глубокого очищения, то у нас идет очищение, тонизация, и мы переходим к аппаратам. Если у нас был этап глубокого очищения, мы наносили какие-то там, энзимные или скрабирующие препараты с энзимами условно, но мы смываем этот препарат, и после контакта с водой мы должны как раз соли убрать, потому что у нас вода не родниковая, у нас там и остаточный хлор, и многие другие вещества находятся, и плюс мы должны после контакта с водой выровнять pH. Поэтому после этапа тонизации, было там глубокое очищение или нет, мы приступаем к аппаратной методике. И мы будем работать дуэтом. У нас будут два препарата. Это будет гель с БТА-эффектом,
верхней трети лица и гель моделирующий для нижней трети. Либо будет другой препарат, сыворотка интенсив лифтинг, в зависимости от того, какая проблема у нашего пациента. Если у нас пациент не является обладателем второго подбородка, и его больше будет волновать эффект накожного лифтинга, упругости кожи, более очерченная нижняя треть, овал, и в первую очередь у него будет кожа более тонкая, у него не будет выраженной пастозности, то мы предпочтем актив лифтинг. Если наш пациент склонен к отечности, у него субментальная зона намекает на второй подбородок, то, конечно, нам нужен будет выраженный дренирующий эффект. И мы выберем гель, моделирующий для нижней трети лица, который мы также будем наносить на нижнюю треть лица, субментальную зону, соответственно, и на шею. И затем, после того, как мы по гелю, по дуэту гелей, мы как раз проведем ультрафонофорез, мы будем работать дальше моделирующей маской. Скажите, пожалуйста, вы практикуете моделирующие маски или пробовали их? Знаете, что это? Что это либо какие-то гипсовые маски, либо на основе альгината? Кто знаком или пробовал на себе или делает своим пациентам такие маски? Напишите. Да, альгинат делаете. Отлично. А гипс кто-то делал? Потому что тут тогда есть нюансы определенные, которые гипс не делали. Угу. Я тогда упомяну. Ну, на мой личный взгляд, конечно, зачастую пациентам гораздо, как бы это сказать, комфортнее, наверное. Комфортнее будет как раз на основе альгината маска. Почему? Когда гипс застывает, он дает такое ощущение жесткого каркаса. Для чего его делают? Он дает такой более выраженный эффект накожного лифтинга, он моделирующий. Есть два вида гипсовых масок в нашей практике. Некоторые просто берут там гипсовые бинты и тому подобное. Там есть определенный нюанс. Его нельзя на гелевые текстуры наносить или просто на чистую кожу. Потом очень тяжело отодрать, получите эффект эпиляции. Ну, такой не очень приятный. Поэтому там нужна будет определенная подложка масляная. Но, как правило, марки, у которых, ну, которые предлагают, или там на каких-то там интернет-магазинах, которые продают гипсовые маски, они там предлагают в комплекте некую подложку. Поэтому, конечно, с нашей точки зрения более комфортно будет альгинат. Почему? Еще гипс застывает, особенно если мы так плотно положили, мы же сглатываем периодически. А он будет работать, пока он достаточно вот так вот жестко держит. И когда ты сглатываешь, оно поддавливает горло. Я вот сейчас вспоминаю, ну, такое не очень приятное впечатление, но просто я могу сказать, что у ряда пациентов данные маски достаточно хорошо работают. Поэтому мы можем любую моделирующую маску положить сверху после процедуры ультрафонофореза. Просто если мы говорим о альгинате, то мы можем на остатки геля БТА и геля моделирующего положить альгинатную маску. И даже если, когда мы работаем, то есть мы можем же не только на лицо нанести маску альгинатную, но, соответственно, еще закрыть шею. Безусловно, это будет больше расход материала, это будет более премиальная процедура, но нам же нужно поухаживать, во-первых, кроме того, что он улучшит пенетрацию активных ингредиентов, его, их там проталкивает, вот, то он же оказывает еще, кроме моделирующего действия, еще такой дает эффект лифтинга, поверхностного увлажнения, выравнивает тоже, способствует выравниванию тона кожи. То есть все-таки это будет такая более комплексная процедура, и за счет разницы, там идет процесс застывания немножечко, такой он как охлаждающая маска, у нас улучшается лимфодренаж. И после того, как мы снимем маску,
Секундочку. А если мы делаем моделирующую гипсовую маску, там же есть два вида, просто как бы холодная маска по типу гипсовый бинт, и есть еще такой момент, разогревающийся гипс. Но и тот, и второй, он требует какой-то кремовой, достаточно плотной текстуры, сверху. То есть мы, конечно, эту плотную текстуру, не смывая гели, можем нанести, закрыть гипсом, если у вас есть такая необходимость, или вы хотите, допустим, на себе попробовать. А может быть, вам не понравится с ним работать. Честно говоря, есть определенные нюансы, и не всегда они приятные. Вот. Ну, в плане работы не очень удобно. Вот. И пациентам вот на горло вы особо не сможете положить, потому что будет давить. То есть у нас там есть определенные нюансы. И потом, когда вы снимаете маску, вы остатки геля можете смыть. Безусловно, стонизировать после этого, если требуется снять остатки геля. Может быть, там нет излишков, нет ощущения пленки и все комфортно. Тогда мы не смываем и мы наносим финальные средства. Это могут быть любые средства. Допустим, пациент к вам пришел вечером, ему нужна солнцезащита. Вы можете закрыть кремом по потребностям кожи. Либо у вас пациент пришел днем, и если у нас пациент там с сухой кожей или там, ну, с повышенной чувствительностью, мы выберем крем по потребностям и закроем, допустим, средством с SPF. Ну, допустим, мультипротектор 50+, oil free наш. То есть не нужна будет дополнительная липидная фаза пациенту. То есть такое вполне тоже возможно при жирной коже, что липидная фаза не нужна, и мы закрываем сразу финалом. Финалом будет служить солнцезащита. Либо какая-то кремовая текстура, а потом уже у нас солнцезащита. Смотрим на пациента. А сейчас давайте вспомним на всякий случай противопоказания к ультрафонофорезу. Какие у нас есть классические противопоказания? Вы вообще скажите, пожалуйста, работали, не работали с аппараткой, работали с ультразвуком, работали с форезом или вы работали с ультразвуковой лопаткой? Подскажите мне, пожалуйста. Ну, классические противопоказания к физиотерапии. Это онкологические заболевания. Напомню на всякий случай, что мы говорим об онкологии не только в острой стадии, когда пациент проходит химиотерапию и тому подобное. Мы помним о том, что пациенты у нас еще 5 лет находятся под наблюдением врача-онколога, и сейчас в реальности они прикреплены к диспансерам онкологическим и 5 лет наблюдаются. Вижу, ультразвуковая лопатка, Ольга. Так, вы ультразвуковым скрабером работали. А вы, Галина, так, фонофорез, УЗИ, скрабер и микротоки. Отлично. И вы, Виктория, тоже ультразвуковым скрабером работали. Вот смотрите, да. А манипула. Когда форетическая процедура, вы имеете в виду манипула, правильно я понимаю? Фонофорез именно такая кругленькая манипула, которая и функция фореза идет, внедрение. Все, поняла вас. Так, и, соответственно, после того, как у нас снята онконастороженность, то есть это должно пройти 5 лет ремиссии, и пациенты у нас снимают с наблюдения. Считается, что далее по разрешению врача-онколога, то есть уже можно проводить какие-то физиотерапевтические процедуры. И то, если у вас есть какие-то вопросы к пациенту, вы всегда спрашиваете, там, была ли онкология, а если была, то как давно, а разрешает ли врач. Пациенты бывают разные. Но кроме онкологических заболеваний, я бы еще хотела дополнить, что и доброкачественные новообразования в зоне работы, где мы предполагаем, допустим, лицо, шея или где мы работаем по телу, допустим, да, быстро растущие какие-то, которые нам не нравятся, тоже могут служить противопоказаниями. Мы можем попросить пациента сходить. Особенно часто они говорят, что они не знают, они не дошли до врача, не выяснили, что это, то, безусловно, лучше отправить дообследоваться. Если это даже доброкачественно, быстро растущее, но я бы предложила не делать каких-то форетических процедур или каких-то условно травмирующих, то есть эту зону мы обходим. Да? Беременность. Острые гнойно-воспалительные процессы кожи, какие-то инфекционные процессы кожи,
там, микозы в том числе, то, безусловно, это служит противопоказанием. Вылечились, потом мы делаем различные процедуры. Любые острые патологические процессы, ОРВИ, грипп, когда общее состояние нездоровья организма, человек скажет, ну я вот немножечко заболеваю, себя не очень важно чувствую, но я вот пришла на курс процедур. Не надо, потому что мы как раз улучшаем микроциркуляцию в зоне воздействия в том числе. И куда будет поворачиваться болезнь данного пациента, ну, мы не знаем. Поэтому мы не работаем с данными пациентами. Это является противопоказанием. Обострение хронических воспалительных заболеваний, особенно в области пазух. То есть, если к вам пришел человек с острым ринитом, насморком или обострением хронического, у него какой-то гайморит, допустим, хронически обострился, то мы не работаем. Герпетическая инфекция является также противопоказанием. Часто она бывает как раз в зоне носогубного треугольника, и мы данных пациентов берем, то есть это относительное противопоказание. У него период ремиссии, все зажило, корочка отвалилась, пожалуйста, мы можем делать. Ну, я думаю, понимаете, почему, да? Гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации. То есть мы всегда интересуемся у наших пациентов, как у них давление, гипертоник он, гипотоник он. И если у него есть тенденция к повышенному давлению, мы выясняем, насколько, какое у него вообще обычно бывает давление, как часто оно повышается, и принимает он какие-то лекарственные препараты в связи с этим. Ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма. Ну, как правило, пациенты про это знают. То есть на физиотерапию мы их не берем. На что мы их можем взять? Допустим, на массаж. Я про ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма. И то мы там будем выбирать определенные методики. Я имею в виду приемы даже, не методики. Не комплексный, что там такой миофасциальный массаж или что-то. Мы можем миксовать по мере необходимости те методики, которыми мы располагаем. Что-то взять, какие-то приемы из там, из классики, условно говоря, что-то из миофасциального, что-то из хиромассажа. Заболевания эндокринной системы. Тут есть определенные нюансы. Когда у нас есть аутоиммунное заболевание щитовидной железы, если у нас разрешил эндокринолог делать, а разрешил это не когда пациент приходит и говорит, что мне разрешил эндокринолог, это когда есть письменное разрешение. То, пожалуйста, если нет противопоказаний, мы делаем. Когда у пациента гипотиреоз, мы можем делать. А вот когда гипертиреоз, тогда мы не делаем. Психические заболевания, ну, это абсолютное противопоказание. Хронические системные заболевания в стадии декомпенсации. Ну, мы тут, в принципе, о всех каких-то там острых состояниях говорим. Также, если мы говорим о хронических дерматозах в области воздействия, таких как акне, псориаз, атопия, это относительное противопоказание, потому что в стадии ремиссии мы можем этих пациентов брать. Неврит лицевого и тройничного нерва – это абсолютное противопоказание, так же, как и наличие кардиостимулятора. И прошу обратить внимание, не биодеградируемые нити, в частности, ярким представителем являются так называемые золотые нити, то есть металл в лице. В том числе элементы остеосинтеза области воздействия, то есть, допустим, была челюстно-лицевая операция и стоит какой-то там элемент, который скрепляет кость. И если какие-то не биодеградируемые филлеры, ну, например, всякие силиконы и тому подобное, тоже, ну, не надо. Да, тут Виктория по поводу скрытия. Да, клиент скрыла гипертиреоз на процедуре лазерофореза. Я понимаю ваше огорчение, потому что я тоже встречала в своей практике
Некоторые пациенты говорили прям впрямую, потому что, ну, я же вам могу соврать. И что вы сделаете? Ну, вы подписываете информированное медицинское согласие или просто информированное согласие, что я там такая-то, 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 фамилия, имя, отчество, что напротив там строчка у меня есть это, она пишет своей рукой, не плюс-минус, а нет, нет, да. И внизу подпись. То есть таким образом, если просто человек вас обманул, у вас остается, ну, документ определенный, что вот он мне письменно сказал, что у него, ну, как бы нет заболеваний эндокринной системы, там, щитовидной железы. И рекомендую действительно, чтобы пациент не ставил плюс-минус. Потом он может сказать, что это вы там сами что-то там проставили, чтобы своей рукой написал «да», «нет», «да», «нет», «дата», «подпись». Мы, понятно, что не можем их там принудить или заставить это сделать, но в чем-то я думаю, что это будет каким-то таким больше даже показывает наше неравнодушие, нашу компетенцию как специалистов. Читаю ваш комментарий. Понимаете, дело в том, что вот стимулирующие процедуры мы никогда не знаем, как она скажется, потому что если железа и там в норме находится в гиперфункции, конечно, лучше ее не трогать. Я знаю, что некоторые эндокринологи у пациентов с гипертиреозом, ну, очень много процедур в противопоказания отправляют. Ну, я имею в виду, что нельзя их делать. Вот. И в чем-то они, возможно, и правы. То есть это что-то должно быть очень-очень щадящее, я там не знаю. Но может быть там какой-то нестимулирующий лимфодренаж. Вот какой-нибудь там лимфодренаж, без смещения кожи, без притока. Ну там венозный лимфодренаж, я думаю, таким пациентам, скорее всего, показан. А приток крови, всякие разминания и тому подобное, ну, наверное, не стоит им делать. Понятно, что в зоне щитовидной железы, кстати, коллеги, напомню, что когда мы работаем физиотерапией, мы зону щитовидной железы не обрабатываем. То есть, когда мы говорим по процедуре фонофореза, мы можем доходить как раз. То есть мы обработали субментальную зону, но мы не заходим. Ну, можем пройтись, допустим, условно по проекции по грудино-ключичным мышцам, по проекции оттока лимфы, но мы в середину шеи не лезем никакими фореотическими процедурами. Гель очищающий. Для кабинета косметолога я бы порекомендовала выбрать как раз гель наш на основе кока-глюкозида. Это очень мягкий ПАВ. Наверняка вы с ним знакомы. И здесь также будут экстракты гамомелиса, зеленого чая и сок алоэ вера. Это средство не сушит, не стягивает кожу. Очень приятные ощущения после умывания. Подходит для всех типов кожи. Очень бережно очищает, им можно обрабатывать, очищать зону глаз. Ну, конечно, мы говорим не о водостойком макияже. То есть у них там, если есть водостойкий макияж, конечно, мы будем сначала брать гидрофильное масло, а вторым этапом возьмем гель очищающий. Сразу хочу сказать, гель очищающий очень мало пенится. То есть, что у нас получается? Люди, которые привыкли пользоваться умывалками с лаурил-лаурет сульфатом, они могут по привычке ждать обильную сильную пену. Вот. И взять слишком много геля очищающего. Тут достаточно, грубо говоря, там двух нажатий, чтобы очистить лицо, шею, и не стоит ожидать обильной пены.
Поэтому, если человек будет очень много брать препарата, у нас же ощущение сухости, с чем связано не только с агрессивностью ПАВа, но и связано с дозой ПАВа. Если он возьмет очень большую дозу, то понятно, что он не получит эффект бережного умывания. Поэтому иногда нам приходится наших пациентов прямо дословно объяснять, что достаточно вот столько-то нажатий, там полтора нажатия, одно нажатие, два нажатия или три нажатия, да, мы смотрим. Почему я выбрала этот препарат, а, допустим, не наши пенки? Ну, на мой взгляд, он более универсальный. То есть нам удобнее с ним работать. Плюс, знаете, есть такой момент, как экономичность. Она для нас все-таки важна. Вторым этапом, что я предлагаю взять? То есть для более полноценной подготовки кожи к восприятию активных ингредиентов мы возьмем лосьон-концентрат. Он еще сделает такой спецэффект, как защита кожи от травматических факторов окружающей среды и стрессорных воздействий. Это достигается за счет того, что у нас в составе фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином в концентрации 10%. В медицине дигидрокверцетин используется для репаративных процессов с целью регенерации. Он идеален для зрелой кожи с возрастными проявлениями, а также для кожи, которой требуется профилактика возрастных изменений. Здесь в составе вазопротекторы и стимулирующие экстракты. Они обладают очень хорошим тонизирующим действием и хорошо восстанавливают цвет лица, выравнивают его, дают равномерную окраску, делают цвет лица, вот, как я сказала, равномерным, свежим, отдохнувшим. Также вот эти активы будут способствовать снижению окислительных процессов, которые в результате приводят к разрушению липидов клеточных мембран, так называемый оксидативный стресс. Эффект вот этот синергия дигидрокверцетина и экстрактов хорошо успокаивают кожу и уменьшают выраженность реакции гиперчувствительности. То есть мы пациентов с повышенной гиперчувствительностью можем его рекомендовать. Лосьон обладает хорошим венотонизирующим действием и сосудоукрепляющим. То есть пациенты с розацией и с телеангиоэктазиями тоже будут хорошо его воспринимать. Если мы говорим о таких эффектах, как сосудоукрепляющие и вазопротективные действия, то в теории мы можем предположить, что если наш пациент также пользуется инъекционной косметологией, ну, допустим, мезотерапией или плазмолифтинг или еще что-нибудь, то будет снижаться риск и вероятность развития постинъекционных гематом. Но это в теории, потому что, конечно, я не проводила в своей практике, да и не знаю людей, которые специально там, допустим, половину лица обрабатывали лосьоном-концентратом Нео, пациентам, которые делают инъекционную косметологию, а половину нет, чтобы сравнить. Потому что если мы говорим о сравнительных каких-то историях, то сравнивать мы можем на одном пациенте в одно и то же время. То есть мы не можем сравнивать на разных пациентов, потому что у них у всех разные особенности. Хочу подробнее остановиться на подготовке кожи. Маска энзимная пектиновая. Это этап глубокого очищения. Так называемый энзимный пилинг. Это процедура, которая будет, ну, то есть процедура, включающая в себя нанесение на кожу состава, содержащего ферменты. Они ускоряют обновление эпидермиса, эти ферменты. И большим плюсом данной процедуры служит ее травматичность. Для меня это очень большой плюс, потому что, конечно, сейчас в современном мире активно используются абразивы, шлифованные, которые минимально травмируют кожу, но мне кажется, что энзимы работают лучше и делают лучше и глаже нашу кожу. При попадании на кожу пациента или на нашу кожу, если мы сами себе делаем процедуру, энзимы разрушают белковые связи между роговыми чешуйками эпидермиса.
Это уже мертвые чешуйки, соответственно, они не живые, у них нет ядра и форменных элементов. Мертвые клетки будут отслаиваться и смываться при умывании. Энзимы обладают таким свойством, как хорошо выравнивают текстуру кожи, придают ей сияние, мягкость, частично очищают поры и частично их сужают. Конечно, мы не можем говорить о полноценном сужении пор. Это в принципе невозможно, потому что поры у нас это генетический размер запрограммирован. И когда мы говорим о сужении пор, мы просто ну, немножечко они как подтягиваются к краям. Есть такие поросуживающие препараты, которые тонизируют кожу, и за счет улучшения тонуса кожи у нас есть такой эффект как раз уменьшения тонизации пор. Что же содержится у нас в маске энзимной пектиновой? За улучшенную эксфоляцию у нас будут отвечать синергия препаратов. Это пектин, это пилмоист, молочная кислота, соль, рапан. Они все вместе будут как раз разрыхлять роговой слой эпидермиса, разрывать связи между мертвыми клетками и улучшать эксфоliaцию. Пилмоист – это у нас компонент, который состоит из папаина и таких увлажняющих пленок, можно сказать, которые обволакивают роговую чешуйку, смягчают ее, увлажняют. И в результате, конечно, мы получаем на выходе не просто гладкую кожу, но еще и увлажненную кожу. А такие компоненты натурального увлажняющего фактора, как мочевина, серин, аланин, пролин, успокаивают кожу и как раз отвечают в том числе за увлажнение. Мы данный препарат можем под пленку использовать, либо мы можем использовать в комплексе с массажем. Массаж будет способствовать открытию артериальных капилляров, дополнительной оксигенации кожи и усилению как раз притока питательных веществ. Также массажем мы можем поработать для улучшения тонуса или для снижения тонуса. Ну, я предпочитаю термин привести мышцы в норматонус. Где-то не хватает, мы добавляем тонуса приемами массажными, где-то повышенный тонус, мы можем немножко расслабить мышцу. За счет этого на этапе очищения у нас будет происходить не только выравнивание рогового слоя и увеличение его проницаемости, которое будет вести к улучшению пенетрации препаратов, которые мы будем наносить следующими. Но также у нас будет улучшение тонуса мышц, то есть улучшение, баланс, я понимаю это под термином улучшение. Ну и получается, что у нас будет усиливаться механическое сплющивание. То есть у нас будет как раз усиливаться эксфолиация. Напомню, что под теплом рук косметолога, массажиста или когда мы прикрываем немножко пленкой лицо, если у нас под пленку данный препарат, ферменты у нас активизируются и усиливается как раз разрушение связи между мертвыми клетками. Ферменты работают у нас в теплой, влажной среде, поэтому мы не допускаем высушивания маски. Если мы делаем массаж, мы руки периодически смачиваем. Ну, допустим, мы работаем в перчатках, виниловых или нитриловых, то есть мы массируем, легко массируем, соответственно, периодически, когда у нас необходимо, смачиваем руки, добавляем водную фазу, и у нас всегда маска находится в состоянии мокром, не пересушивается. Маску мы не держим, ну, не рекомендую больше 15 минут, только если очень такая кожа толстая, нечувствительная, с выраженным гиперкератозом. А если у нас чувствительная кожа, тонкая, сухая, то экспозицию поначалу не менее 5 минут, если вы не знаете, как пациент реагирует на данный препарат. И, конечно, ни в коем случае при чувствительности мы сразу под пленку не будем наносить. Мы будем на более облегченном варианте работать. Мы будем работать без закрытия пленки. И наблюдаем за визуальным, как себя кожа ведет эффектом, и постоянно находимся в контакте с нашим пациентом, спрашиваем про ощущения.
Сразу хочу заметить, что pH маски 3,5, поэтому нам необходимо будет выровнять pH кожи лосьоном концентратом Нео. Когда мы повышаем pH кожи, для нас это важно. По какой причине? Пептиды миорелаксанты достаточно чувствительны к pH. Они работают в коридоре pH от 4 до 7. Соответственно, если у нас 3,5, мы должны повысить pH до, ну, желательно даже чуть выше, чем 4, для того, чтобы у нас пептиды-миорелаксанты не разрушились, сработали хорошо. Гель с БТА-эффектом. Как мы наносим? То есть, соответственно, мы наносим на брюшки лобно-затылочные мышцы, то есть на область лба, на межбровье наносим. Наносим на среднюю треть лица, можно так сказать, на виски, соответственно, и по проекции круговой мышцы глаза. У нас круговая мышца глаза примерно заканчивается до середины скулы, идет она. В зоне мимической активности. Напомню, кстати, что форезами в зоне лица, там должна быть такая маленькая насадочка, которая, я даже прям попробую сейчас найти, размер. Ну, наверное, вот у нее вот такой вот размер, ну, наверное, сантиметрик, даже меньше. Маленькая, полсантиметра, наверное, обычно. И мы форезом в зоне глаз работаем только по костному краю. Мы не заходим на мягкие ткани, ни в коем случае. Это абсолютное табу. Но это не мешает нам, допустим, гель с БТА-эффектом нанести чуть-чуть. Чуть-чуть, может быть, поближе. Почему? Потому что здесь у нас содержится гидролизат эластина, сок алоэ веры и гиалуроновая кислота, которые будут работать на качество кожи. Поэтому гель с БТА-эффектом, он создан под фаворитические процедуры в первую очередь. Но это не мешает нам его использовать не только как фаворитическую процедуру. Ну, то есть не только под форезы мы можем его использовать, мы можем его использовать как сыворотку. Здесь у нас аргилерин в 5% концентрации. Кстати, хочу сразу сказать, что как же у нас работает аргилерин? Это вообще наиболее известный пептид-миорелаксант, который уже достаточно давно на рынке. Все пептиды-миорелаксанты, ну практически преимущественно, они используют механизм конкурентного ингибирования белка. То есть это как раз ботулоподобный эффект, когда они один из белков, который ответственный за передачу нервного импульса мышечной клетки, они замещают этот природный белок и встают на его место. И таким образом довольно успешно прерывается передача сигнала. Но сразу вам скажу, что, конечно, применение миорелаксантов топических не может сравниться с инъекционными ботулотоксинами, потому что ботулотоксин все-таки вкалывается напрямую в мышцу, и там локально блокируется временно сигнал. А так как у нас пептиды, они маленькие, они могут проникать в эпидермис, но они не могут проникнуть в мышцу. Поэтому у нас уменьшается спонтанная мимика, она становится более аккуратна. Мелкие морщиночки могут чуть-чуть разглаживаться, когда в состоянии покоя вот эта спонтанная мимика, такое поверхностное напряжение, оно будет менее выражено. Но, однако, у нас сама по себе сила мимики не уменьшится. Но зато к данной процедуре нет никаких противопоказаний, таких как беременность, допустим, или еще какие-нибудь заболевания, в том числе, допустим, аутоиммунные. Я говорю о топических нанесениях, не физиотерапии. Гель, моделирующий для нижней трети лица. Как раз наши пациенты, склонные к отечности, второй подбородок, этот препарат мы будем наносить, как я уже говорила, это будет у нас, получается, от скулы и ниже, соответственно, зона субментальная и шея. Что будет давать хороший лимфодренаж? Будет как раз стимулировать опосредованно липолиз, то есть будет способствовать уменьшению жировой ткани.
Опосредованно, конечно, мы увидим эффект моделирования контура лица. Хороший лимфодренаж, уходит отек, у нас подчеркивается овал лица. Это достигается как раз за счет очень насыщенного состава, где у нас и винотоники, и дренажные компоненты, липолитические компоненты. Когда далее мы делаем моделирующую маску, как работать фонофорезом, посмотрите, пожалуйста, у нас есть видео. То есть мы берем импульсный режим и, соответственно, работаем, вводим фонофорез. За счет своего состава здесь же находится еще и кофеин, то есть очень хорошая будет биодоступность на фоне фореза. И смотрите, если у нас пациент не требует моделирующего геля, а у нас актив лифтинг необходим, ну, допустим, станичное такое лицо, чем он хорош? Вот у нас есть компонент полулан. Сейчас я немножко глотну воды, заговариваюсь. Полулан. Что он дает? Он дает хороший тонус мышцы и такой накожный лифтинг. То есть это создает такое очень приятное натяжение, визуальный лифтинг. За счет этого у нас будет подчеркиваться овал лица. Тонизироваться кожа будет. Кофеин у нас хорошим служит винотоником. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота будет отвечать за накожный лифтинг. То есть у нас выраженный подтягивающий эффект, хороший тонус кожи, вот, моделирование, о котором я уже упоминала, будет уменьшаться пастозность тканей, потому что пастозность, конечно, на худых лицах видна меньше, но это не значит, что ее нет. С возрастом мы все склонны к пастозности. Если у нас нет возможности сделать фактическую процедуру, мы можем вместо геля с БТА-эффектом, допустим, использовать сыворотку MioRelax. Мы можем ее внедрить, а до этого сделать, допустим, массажную процедуру с миорелаксирующими техниками в зоне гипертонуса. Затем, если мы делаем это по нашему массажному крему спа апельсин, то он не требует интенсивного смывания, достаточно просто влажным компрессом, потому что там он не комедогенен, нет той липидной фазы, которую надо смывать моющими средствами. Допустим, мы сделали массажные приемы, подрасслабили мышцы в гипертонусе и заодно на улучшенную микроциркуляцию мы наносим сыворотку MioRelax, которую также можем внедрить легкими массажными движениями. Либо, если мы делаем фактическую процедуру, мы сыворотку MioRelax можем назначить курсом в домашний уход. Напомню вам, что пептиды требуют курсового применения, они дозозависимы. Поэтому сыворотку MioRelax, когда мы наносим мимически активные зоны, мы можем назначить одно- или двухкратное применение утро-вечер или утро и вечер. Ну, то есть или и И, в общем, чем же интересен данный препарат? Здесь большая процентовка у нас миорелаксанта. Здесь у нас 7%, что как раз будет давать такой более выраженный эффект, будет такое ощущение немножечко подмороженности мимики. Экстракт артишока, который будет как раз работать как антиоксидант, и будут обеспечивать хороший дренирующий эффект. То есть он будет способствовать снижению отечности. И высокомолекулярная гиалуроновая кислота будет нам давать увлажнение кожи и поддерживать ее здоровой и в лучшем тонусе. Сыворотку MioRelax бессмысленно наносить на статические морщины, такие как носогубная морщина, как морщина, ее часто называют морщиной, хотя это борозда, носощечная борозда, либо это губо-подбородочную складку, сюда бессмысленно наносить, потому что она не достигнет мишени
То есть не будет там эффекта от миорелаксанта. Зачастую многие думают, что можно расслабить морщины тонких, такие, ну, как бы морщины тонких линий, которые больше от обезвоженности, от сухости кожи возникают по всему лицу. Это должен делать не миорелаксант, это процедура активного увлажнения. Что еще мы можем назначать в домашний уход? Данный препарат, вот омолаживающий концентрат пептидов, это действительно омолаживающий концентрат. Я не вижу смысла его использовать в процедурах, непосредственно в кабинете косметолога. Все-таки для меня это очень качественный, очень эффективный домашний уход, который можно наносить в периорбитальную зону, лицо, шея, декольте, вот, я не знаю, хотите, внутренняя сторона бедра, где вам нужно улучшить качество кожи, там вы улучшаете. Здесь у нас 5 пептидов. У нас здесь 2 пептида миорелаксанта, которые работают в синергии. Один из них как раз блокирует передачу нервного импульса. А второй у нас, в частности, леофасил, он у нас будет как раз снижать саму по себе возбудимость нервной клетки. То есть они работают на разных этапах, ну, можно сказать, патогенеза, да, разных физиологических этапов. И работают в комплексе. 5% у нас аргилерина и 5% леофасил. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что миорелаксантов у нас 10%. Здесь также пептин, сигнальный матриксил, марфоксил. Фу, господи. Заговариваюсь, извините. Матриксил морфомикс. Он сигнальный пептид, он вообще стимулирует как раз омолаживающие процессы. И у нас есть еще ремоделирующий трипептид меди и релистаз. То есть данные препараты как раз работают на уплотнение кожи, на том, чтобы они сделали процессы в зрелой коже более свойственным более молодым пациентам. Они стимулируют правильный синтез и правильную укладку нашего коллагена. И такие препараты, как экстракт плодов яблони, гиалуроновая кислота, полуланфугогель, это ухаживающие компоненты, которые будут как раз отвечать за такие важные для нас вещи, как увлажнение, лифтинг, тонизация кожи. Экстракт плодов яблони также, ну, аналог фитоэстрогенов, которые будут работать как омолаживающий компонент, будут продлевать жизни наших кератиноцитов, то есть как раз стимулировать их долгую качественную функциональность. То есть это будет работать на качестве нашего эпидермиса. Мы уже близимся к финалу, коллеги, так что готовьте свои вопросы. Смотрите, что еще я могу сказать? Дальше у нас пойдут препараты, ну, конечно, они не миорелаксанты. Но я не вижу, допустим, антиэйдж-терапию без них, потому что для того, чтобы у нас заложились морщинки, требуется все-таки ряд факторов, не только гипертонус мимики, но это также будет ухудшение качества кожи, если мы можем так сказать. Это достаточно грубо звучит, но это обусловлено тем, что у нас ухудшается качество кожи за счет уменьшения глюкосаминогликанов и коллагена. А для того, чтобы у нас стимулировать синтез коллагена, как раз существуют сигнальные пептиды. Такой препарат, а вот, кстати, что могу еще сказать? Вот этот препарат, сыворотка C-Energy, она, конечно, не содержит пептидов, но она будет очень хорошо работать, допустим, в комплексе, в домашнем уходе с 5 пептидами. Допустим, один препарат вечером, другой утром или курсовое применение один несколько там месяцев, потом можем на C-Energy перейти. Почему? Потому что выравнивает тон кожи, то есть более моложавый вид. Здесь будет у нас очень большой комплекс антиоксидантов, которые очень важны нам для того, чтобы предотвратить повреждение кожи свободными радикалами. Особенно это важно, ну, в летний период. И такие препараты, как фируловая кислота, ресвератрол, витамин С в двух формах. И сразу напомню, что компания Гельтек
в своем производстве использует только фотостабильные формы витамина С. И самое главное, ниацинамид, который как раз выравнивает тон кожи, дает ей определенное сияние, дает прекрасную цветность лица, работает для укрепления сосудов. Он в том числе еще регулирует регуляция себума выработки. То есть это такой хороший антиэйдж препарат, который мы можем немножечко забегаю в другую тему, но не могу обойти вниманием данную нашу сыворотку. Если вы были на других моих обучающих вебинарах, то, наверное, знаете, что наши вообще косметологи, не только я, очень сильно любят данный препарат и считают его такой тяжелой артиллерией, заговариваюсь, очень эффективным препаратом в антиэйдж-терапии и восстановительной терапии. И смотрите, когда мы говорим об ухудшении качества кожи, в первую очередь будет касаться, конечно, зоны глаз. И для того, чтобы поддержать эффект от сыворотки, допустим, 5-пептидов или миорелакс мы используем в этой зоне, нам нужно что-нибудь, чтобы стимулировало синтез коллагена. Это будет обеспечивать в данном препарате как раз пептид матриксил, о котором я уже упоминала. Плюс здесь будет полулан, который будет давать лифтинг-эффект, кофеин, который будет венотоником, будет снимать пастозность, уменьшать темные круги, потому что он хорошо работает и без фаротических процедур, у него хорошая биодоступность. И фукагель, масло сладкого миндаля будут за увлажнение и питание кожи отвечать. И самый интересный ингредиент, ну как не самый интересный, один из самых интересных, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота. Данный компонент обладает хорошей биодоступностью, он проникает в кожу, в том числе без фаротических процедур. Это гиалуроновая кислота, нарезанная микроцепочечками, которая будет просто проникать в кожу и обнаруживаться где-то до глубоких слоев дермы, иметь накопительный эффект. То есть ей не нужны фаротические процедуры для проникновения. Эта сыворотка может использоваться самостоятельно, очень легко впитывается, легкая текстура, не оставляет какое-то ощущение тяжести. Либо она может использоваться как самостоятельный крем, либо как сыворотка под дальнейшие средства, если вам не хватает. Для более сухой, более себодефицитной кожи у нас существует крем, укрепляющий с церамидами и пептидами. Здесь будет пептидный комплекс Синтакс, который будет снижать подвижность кожи, укреплять ее. Церамиды снижают у нас чувствительность и как раз восстанавливают наш барьер кожи, который приводит к повышению, если он нарушен, соответственно, у нас повышенная реактивность. Экстракт гинго-биллоба у нас обладает антиоксидантным, сосудоукрепляющим действием. А такие препараты, как депантенол, масло ши, масло жижаба и фокогель, будут очень бережно ухаживать за возрастной кожей. Это не обязательно возрастная кожа. Бывают молодые пациенты, которые работают на вредных химических производствах. На одном из мастер-классов я такую пациентку встречала, которая даже ввиду того, что работает, скажем, в неблагоприятных условиях на это кожа, безусловно, реагирует. Коже требуются средства специальные. Вот ей идеально подошел укрепляющий крем для век с церамидами. Хотя мы, конечно, рассчитывали на более другую возрастную категорию. Но напомню, мы работаем не с паспортным возрастом, мы работаем с показаниями. То есть может быть, что мы назначаем курсом какой-то крем, а потом мы просто выводим кожу на такое блато ремиссии и уже поддерживаем эффект другими назначениями.
Этот препарат, крем антивозрастной Rich Restore, мной очень любим. Он разработан для сухой и нормальной кожи, которой требуется дополнительный уход. Здесь масло ши, масло жожоба, сквалан, рамноза, пептидный комплекс прожилин, иматриксил и церамиды. То есть все, что необходимо для качества возрастной кожи. Крем практически ну, не пахнет ничем. Ну, на мой взгляд, вот сначала мне казалось, что есть какой-то такой небольшой запах базы, но ты перестаешь очень быстро его ощущать. Он очень, очень легко впитывается. Понятно, что если нет себодефицита какого-то, то данный крем может быть ну, просто не совсем комфортен по органолептике. Данным кремом мы спокойно можем пользоваться либо курсом, либо на регулярной основе утро-вечер. Так как у нас есть пептиды, то есть мы говорим не о разовых применениях, а о курсовых применениях. Для того, чтобы пептиды накопили депо и начали действовать, то им нужно применение, ну, в среднем, как бы, мы ориентируемся на применение несколько месяцев. Я готова выслушать ваши вопросы, коллеги. Может быть, есть ну, какие-то вопросы по теме, либо не по теме. А, кстати, пока я не забыла, сейчас мне нужно напомню, коллеги, пока вы пишете, если у вас есть вопросы, что у нас для участников семинара по промокоду будет действовать дополнительная скидка. Сейчас я его наберу. Секундочку. Я нажала. Так, промокод. Данный промокод у нас будет действовать с 16 по 22 августа. Если вы делаете заказ, то у вас будет дополнительная скидка. Все, я отправляю. Так, Галина, вы задаете вопрос, какой гель для микротоков? У нас практически все гели можно, ну, все гели можно использовать для микротоковой терапии. То есть все зависит от показаний. Если у нас какой-то антиэйдж, то вы можете спокойно взять там эссерины, эос дигидрогерцетином гели, допустим, там нео для сухой кожи. Но он не только для сухой кожи подходит, просто, скажем так, наиболее подходящее для сухой кожи. Там состав, ну там и вазопротекторы, там и дигидрогерцетин, который будет кожу восстанавливать, либо там антивозрастное нео можете взять, либо ну, какой-то другой гель, увлажняющий универсальный гель можно для микротоков брать, потому что там у нас гиалуроновая кислота будет содержаться и все компоненты, которые работают на увлажнение. То есть все очень зависит от тех показаний, которые у вас есть. Если у вас пациентка все-таки ну, ей свойственно там какие-то эритематозные проявления, то возьмите что-нибудь из серии Нео. Я ее очень пламенно люблю, потому что она подходит вообще под все физиотерапевтические процедуры. Ну и пул пациентов зачастую, которые приходят на физиотерапию, это уже более такой, ну, не юные пациенты зачастую, и им нужны, ну, не просто увлажнения, а им нужны элементы репарации, сосудоукрепляющие компоненты, что-нибудь для выравнивания тона. Я не очень поняла вопрос, что значит после чистки под лопатку какой лучше? То есть вы после чистки от травматической ультразвуковой планируете сделать микротоки? У нас где-то был на просторах интернета протокол ультразвуковой чистки,
Понятно, что мы там используем гели и лосьон для дезинкрустации. И все очень сильно зависит от типа кожи. Мы можем ультразвуковую чистку закрыть, не обязательно физиотерапевтическая процедура, зачастую мы ее закрываем маской. У нас есть маска Себа Баланс, которая обладает антисептическими действиями, адсорбирует излишки себума и успокаивает покраснение. Если у пациента нежирная кожа, но вообще, честно говоря, после ультразвуковой чистки покраснений не должно быть. Процедуры фонофореза, да возьмите тот же гель Нео, действительно. Возьмите гель Нео для сухой кожи и можете сделать, если возьмете еще лосьон-концентрат Нео, то можете взять и сделать ту же маску фарфоровая кожа вторым этапом. Если не требуется, если не жирная кожа и не требуется как раз коррекция, ну, которую требует обычно жирная кожа. То есть, если эта кожа там чувствительная, условно говоря, и она как-то очень так реагирует сильно на... Просто я очень удивлена, потому что ультразвуковая чистка, она не вызывает покраснений. Ну, как правило, если это не какая-то реактивная кожа, которая реагирует на все. Потому что на этапе разрыхления мы готовим кожу, И ультразвук, соответственно, он там очень мягко работает. Он как раз ультразвуковая чистка-то и предназначена для того, чтобы снизить травматику. То есть там идет как раз за счет ультразвуковой волны просто слущенный эпителий, вот этой вот кавитации этой волной, он вспенивается, отрывается и все. То есть мы же на лопатку не давим. То есть мы ей не работаем как петлей. Поэтому мы, соответственно, если успокаивающая маска нужна, то возьмите, сделайте на нео фарфоровую маску. Так называемую, это когда гель у нас идет, а потом, соответственно, лосьон. Где-то у нас тоже на просторах интернета есть данное видео. А если у нас жирная кожа и, соответственно, требуется себорегуляция, чтобы поры сузились и успокоилась кожа, то возьмите маску Себа Баланс. Если кожа достаточно спокойна, но хочется увлажнить, то можете взять маску Аква Удовольствие. Есть ли еще, коллеги, вопросы? Ответила Галина на ваш вопрос, да? Спасибо вам тоже за вопрос. Да, я рада, что была вам информация полезна, что я уложилась в график и не превысила лимит в 1,5 часа. Хотя я старалась, конечно, занять поменьше времени. В идеале я хотела в час вложиться, но не получается. Надо больше тренироваться, видимо. Если есть, коллеги, вопрос, то задавайте. Если у кого-то есть вопрос, он его печатает, сделайте быстренько плюсик, чтобы я увидела и подождала вопроса. Если вопросов нет, то напишите минусы. Мы с вами тогда прощаемся. Я закрываю трансляцию. И до новых встреч. Напомню, что у нас... Отлично, у вас нет вопросов. Что у нас есть не только вебинары, но и очные мастер-классы, которые читаются в нашем центре диагностики кожи. На Пятницкой приглашаем. У нас разные интересные темы, разные спикеры. Как правило, это, конечно, проходит в дневное время. Поэтому будем рады вас видеть. Коллеги, вам спасибо. До скорых встреч.
Спасибо за время, которое вы смогли выделить, потому что мы все работающие специалисты, и тяжело нам выделить время на обучение. Благодарю вас. До свидания.